Валенсия – это потрясающе. Она находится здесь, на побережье вожделенного Средиземного моря. 135 километров пляжей, ни больше, ни меньше. Здесь почти круглый год светит солнце, а среднегодовая температура составляет 19 градусов Цельсия. Это третий по величине город Испании. Аэропорт расположен совсем недалеко от центра и связывает город со множеством направлений. Не говоря уже про порт. Высокоскоростной поезд. И множество отелей. Валенсия всегда открыта. Она готова принимать вас круглый год и дарит тысячи возможностей для отдыха. С очным и виртуальным обслуживанием. Валенсия действительно впечатляет своим настоящим и многовековым прошлым. Здесь есть место традиции и авангарду. Три местных достопримечательности уже внесены в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Потому что здесь все пронизано культурой. Местные празднества дарят радость и детям, и взрослым. В каждом углу музыка. Валенсия волнует. По-разному. В соленой воде и в пресной. Валенсия ездит на великах. И не только. Потому что здесь заботятся о природе, дышат чистым воздухом и ступают по зеленой земле. В Валенсии культивируется вкус среди звезд и местных продуктов, которые можно встретить повсюду. Валенсия инклюзивна и доступна. Это место, где растешь, где раздвигаешь границы и открываешь сердце миру. В Валенсии живешь чувством полной свободы, потому что именно здесь есть все, что пробудит лучшее в тебе. Валенсия здесь и сейчас. Озвучка Григория Евдокимова. Подпишись!